смотрят, дети неприкаянные. Вот школа, детей-то много, решила собрать деток, такой как кружок сделать. И большой проблемой было то на тот момент, что, в принципе, дети не знали ни культуры, ни традиции, потому что родителям было немножко не до этого. Условий нет. Никто нас никуда не пускает, вот где-то даже позаниматься. Мы когда переехали, у нас было всего две комнатки. Там же кухня, там же спальня, там же много родственников, которые приезжают, уезжают. То есть, и там вот были вот эти все дети. А ничего нету, костюмов нету, как бы ни обуви, ну ничего нет. И помню, мы поехали, тогда еще это был центральный универмаг в Симферополе, там были столы раскроя, анашки все со своих сундуков вытягивали эти ацетатные шелка разных цветов, купили всем чешки, фесок нет, из чего их сделать, бархата нету, ничего нет. В том же центральном универмаге продавались бархотки для чистки обуви, для натирания бордового цвета. Мы их покупали, мы их распарывали, мы обшивали вот это лекало фесок, сшивали фески и делали настоящие монеты. Брали двушки и десюльки. Мы организовали такой вечер, естественно, она там всем этим руководила. Называется «Давайте познакомимся, Тана Шулаек». Куда были приглашены, естественно, все жители села, ну, наши крымские татары и руководство. Были накрыты столы, ну, было весело, было интересно. У многих открылись глаза, оказывается, не все так страшно от того, что они приезжают. Каждый из дому, что было, то и дал. Миндерлер, потом пешкерлер, кубетелер пеклись. Штук 9-10 разновидностей у нас было кубете. Рамет Лебетан, это Анашкина мама, но она уже тогда была достаточно в преклонном большом возрасте. Ну, ее как картинку посадили на этот топчан, дали дермен в руки, марама, все это. Она весь этот фестиваль, который она проревела, потому что она даже представить не могла, что когда-то наступит такой день, что она будет сидеть на берегу Салгира, крутить дермен, вокруг будет звучать наша народная музыка, и к ней будут подходить старожилы, которые еще до войны здесь жили в Крыму, и будут петь наши песни. Adam pek güçlü idi, her bir taraftan, ruhu, özü, imanı. Lütfiye mektepte okuganda, 10. sınıfta, 3 kere paraşütle samolyottan sekirgen idi. Bu epizod, men onu bilgen son, maga aytkan idi. Pek gururlandım onun. Çünkü bu irade gerek. Güçlü irade gerek bu. Lütfiye bir vakit buldum demeyi ona söz yok idi. Çünkü o babalarını seviyordu.
балларға ашылайды намыслық. Мұна милетімізді бүтін табиятыны балларға айтайды, оқжетеді. Лүтфені башлығында бұ ойын ансамблі бүйік тым-тіз ерден өсіп, бүйік ғалібе қазады. Мен өзім жаны үректен ярдым еттім сахнада декорация япмаға, чүнкі мен зенатым ресам. Такая была школа, я не знаю, даже к тому времени, как школа развития для ребенка. Это не просто танцы или не просто театральные какие-то постановки. Это не просто был там руководитель ансамбля. Это наша была мамочка, наш психолог. У нас не было таких ситуаций, когда, например, она не находила тех нужных слов, чтобы нас поддержать, и чтобы вот мы с ней можно было найти выход из любой ситуации. 1 сентября Литвета сделала 2 номера для школы на 1 сентября. Я посмотрел на это все, что-то меня так впечатлило это все, и я пойду. Пришел домой маме, говорю, я пойду. Ее хватало на всех, ее силы, ее духа хватало настолько, еще можно было, я не знаю, целый город завести. Первый раз, когда я попала на концерт, у меня такие впечатления были, я вернулась домой, думаю, я хочу, чтобы мой ребенок занимался, очень хочу. Я бесконечно благодарна этой женщине. Это была душа просто. И я думаю, что она для мазанки много для нашей сделала.